Может, они там, блядь, какую-нибудь демоверсию скачали там, блядь, на 5 читеров чисто, чтобы их забанил. Там, блядь, на торренте скачали. Камызяк. Все, отлично. Я что говорил тебе, то есть, вот с работы, Ваня, то есть, если ты приедешь, ну, в смысле, когда ты приедешь, тут достаточно несложно всякие Билайны, МТС и прочие залупы. Но там вопрос в том, сколько ты продаешь говна. Да, там от продаж. Ты не хочешь знать такие мелочи. На 19 вроде. Блин, ну вот я, короче, решил пойти сейчас на какой-то склад, блять, съезжу и посмотрю, что там за говно. Вроде нормально, как бы. Обещаю. Вот там на деле, блять, надо договариваться, разбираться. Не, ну с другой стороны, ты можешь в Тиньков, ну, блядь, это надо будет в Москву ездить 2 через 2. Типа там с 8 до 8 смена, блядь, ну это пиздец. Но там, блядь, железобетона достаточно быстро кто пристроит. И учитывая то, что у тебя был уже опыт, блядь, в этом, в этой залупе, я думаю, тебе было, ну, легко бы слиться. Хотя, может, и здесь где-нибудь банк есть, колонны. Ну, это вряд ли.
стрим не грузится. Удачи днем. А че на заправку не побежишь старую? Там баты могут. А, тебе надо пилот. Я считаю, это самое оптимальное подход. Конец тебе! Не, блядь, жрись, сука! Гнида! Да бегаешь! Сам же бомби голову вижу.
Кстати, ты подстрелил? Запорт. Много не дамажа. Ну, он, походу, просто с тобой бежал еще с заправки.
Да. Лох. Долбоёб. На его месте могли быть мы. Не, ну я один раз проверял, типа узнать, что тупо чисто что будет. А, один раз я не успел, потому что мне обе ноги оторвали, и я не знал, что можно обезболивающим пользоваться.
ништяк. Вау, уже неплохо. Не, я с пацанами за такое не тер. На водокачку звони. Там обычно нормально крипы одеты. Единственная проблема по снайпер может. А ничего. Просто смотреть левый домой. Да и место такое не палевное. Thank you.
подожди, обидичка такая, домоводная или... Да, просто я сделал вывод, что с этих падает больше, чем советских. Ну вот и ёбнули там. Ну, а может, я услышал и поджидал. Ну, бег-то из-под дождя слышно нормально-то. Бег вообще далеко слышен, в принципе. Он может приглушить такие шаги. Не на спринте который, но так нет. В принципе, пиздец далеко слышен. Метров 10 точно.